Если вы все так хорошо знаете, давайте я наконец задам вам сложный вопрос после всего этого разогрева. Значит, давайте, опять же, не заботясь о законности, попробуем сделать следующее. Возьмем единицу. Мы складывали одну десятую, одну сотую, одну тысячную и так далее. Давайте возьмем так. Возьмем две десятых. Возьмем три сотых. Четыре тысячных. И так далее. То есть получится такое число. 1,2, 3. Что дальше будет? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Что Э? Да, то есть вы не... 10 там не будет. То есть обман трудящихся вы разоблачили. В чем состоит обман? Обман состоит в том, что 10 будет смещено на один разряд левее. Конечно. Значит, это 2 десятых, 3 сотых, 4 тысячных, там 5 десятитысячных и так далее. Но дальше будет 9 там каких-то, да, а 10 будет следующее. То есть нельзя написать, это не одна следующая, на самом деле по-хорошему нужно писать 10 вот так. Это будет одна, ну, она, один будет в предыдущем разряде, потом будет 11 таких, там 12 таких, 13, ну и так далее. Значит, получится, что же у нас получится? 1, 2, 3, 4, 5, 6, что дальше? 7, 9, 0, 1, 2, 3, ну что-то такое еще будет дальше происходить. Вот. Спрашивается, теперь, можете ли вы преобразовать эту дробь в обыкновенную? Вот это такая первая, пожалуй, задача, где некоторые есть, нужно некоторые нетривиальные. Не только проблема в обосновании, но есть некоторый содержательный вопрос. Что же нам, какой-то трюк нужен? Что нам сделать, как нам это найти? Кто-нибудь видит, что делать? Я примерно вижу, но сейчас так ответ нам примут через пару минут. Хорошо, вы видите, но так пока еще так в тумане. Как сквозь тусклое стекло, как написано у апостола. Значит, и что же вы видите? Все-таки, может быть, как-то так скажете народу, это ваше видение. Представить это в виде 1 плюс 1 десятая плюс 1 сотая и так далее, плюс 1 десятая плюс 1 сотая плюс 1 тысячная и так далее. Значит, плюс... давайте запишем это в виде дроби. Значит, первая дробь, которую вы предлагаете написать, какая будет? Просто 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Очень хорошо. Потом еще плюс. Только 0, 1, 1, 1, 1. Значит, здесь мы напишем 0, но давайте я даже не буду писать этого нуля, чтобы не... Это будет А. Потом еще 0, 0. Ну или все-таки давайте допишем, потому что дальше уже не писать все нельзя. 0, 0. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 1. Вот предлагается написать такую сумму. 10 раз меньше. Изначально... Почему эта сумма равняется вот этой? Как объяснить? Ну скажите. Вот у нас была единица. Где у нас на этой картинке две десятых? Ну вот, вот одна десятая, вот еще одна десятая. А дальше идут уже нули. Где три сотых, кто понимает? Да, где три сотых? Три сотых. Ну скажите просто слова. Третий столбец. Третий столбец. А вот четыре тысячных вот будут здесь. Ну и так далее. Ну ясное дело, что будет там 10 каких-то, но они просто вот будут 10. Перенесут, когда мы будем складывать, они перенесут на предыдущий разряд, но в такой записи это закон. Хорошо, значит, первый шаг состоит в том, что мы переписали наше число вот так. Кто считает, что он это понял? Давайте, поднимите руки. Все понимают? Хорошо. Теперь, ну и что? Вот мы переписали, что нам это дает? Чего? 181. Значит, вы в вашем смутном видении вы узрели, что это 181. Можете переобъяснить? Первый член равен, как мы уже узнали, 10. Первый равен 10/9. Каждый следующий в 10 раз меньше. Значит, этот 10/9, каждый следующий, этот в 10 раз меньше. Да. Потому что мы одну запятую как раз сдвинули. Значит, если мы хотим записать это в виде суммы, ну так вертикально, можно написать 10/9 умножить на 1 плюс
Одна десятая, это вот так, да, будет 10 раз меньше. Следующий будет? Одна сотая. Одна сотая. Плюс и так далее. И чего? Однако мы знаем, что выражение скобок тоже равно 10/9. Да. А выражение скобок — это то же самое выражение, которое мы с таким трудом раньше считали. Значит, это тоже будет 10/9. Значит, произведение получается 10/9 в квадрате, то есть 180/1. А понятно это? Да. Так кто считает, что он понял, почему это равняется вот 180/1? Сейчас, ну может вы что-нибудь спросите, если непонятно. Значит, тут есть два шага. Первый шаг, мы эти 0,2 выносим как вот 0,1, еще 0,1. 0,03 как 0,01, 0,02, 0,03. И так далее. Мы просто разносим эти наши слагаемые. Ну, можно написать, давайте для наглядности напишем так. +0,1 + 0,1. Здесь напишем +0,01 + 0,01 + 0,01. Но здесь будет 0,004. 0,001, но я уж не буду писать. 0,001 + 0,001 + 0,001. Теперь я группирую. Сначала выбираем по одному. Потом выбираем по два. Второе. Следующее. Потом возьмем там третье. Потом там четвертое. Ну и видно, что каждый раз нам придется начинать с счет первого, который есть. То есть каждый раз получится, ну, первых слагаемых нескольких не будет. Вот получится вот эта сумма. А дальше эту сумму мы уже считаем, вынося 10, вот это первое слагаемое, вынося за скобку. Получится 1 + 0,1 + 0,01. То есть еще раз 10/9, то же самое 10/9, которое у нас будет. Так, ну что, понятно это? Да. Понятно. Хорошо, ну давайте, раз уж мы это поняли, давайте попытаемся написать общую формулу. Значит, общая формула будет такая. 1 + 2х + 3х² + 4х³ + 5х⁴, да? Чему равняется? Раньше у нас было x была 1/10. Теперь мы хотим написать это в общем виде для произвольного x. x делить на x минус 1 в квадрате. Значит, это у нас было 1. Ну, вот если повторять то же самое действие, надо сначала вынести все просто с одним x. 1 делить на 1 минус x в квадрате. Потом у нас останется еще останется x. x квадрат, x кубе и так далее. Еще останется, не хватает одного x квадрата. X квадрате, x кубе и так далее. Вот. То есть это равняется, это мы уже считали. Что это у нас было? Это было 1 плюс x квадрате плюс x кубе. Это геометрическая прогрессия. Что, чему равняется сумма? 1 делить на 1 минус x. Но даже не так важно. Значит, сумма этой прогрессии, значит, на что мы эту прогрессию реально умножаем? Можно даже оставить в таком виде, в котором мы хотим. Значит, мы ее из первой скобки останется первое слагаемое даст 1. Второе даст что? Второе. Вот это вторая x + x² + x³. Как оно получается, если из этого x вынести, то останется ровно это. Значит, какое будет второе слагаемое? X. Тоже будет x, потому что если x умножить на это, то получится как раз x + x² + x³ + и так далее. А третье слагаемое будет, естественно, x в квадрате. То есть в каждом следующем все члены получаются умножением на x предыдущего. Ну, а это мы уже знаем, то есть это будет 1 на 1 минус x в квадрате. У меня вопрос. Да, вопрос. Нет, у вас вопрос по законности или по ответу? То есть в ответе вы не сомневаетесь, что эта сумма если равняется... Если это конечно, то да. Вот, нет, конкретно про 1/10. Про 1/10 я не знаю, вдруг это не конечно. Вдруг,
вдруг это растет, 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 и значит не поймешь, что. Не, ну смотрите, скажем, пускай у нас x будет единицей, тогда он, лучше пускай будет полтора. Ну если x будет полтора, то действительно, когда мы начинаем складывать, у нас получится 1 плюс полтора плюс 2,25 а плюс еще полтора. А у вас получается, что в ответе будет 4? В ответе будет 4. Получаем, вот если действовать по этой формуле при x равном полтора, то получится, что 1 плюс 2 на полтора, плюс там 3 на 2,25, там плюс и так далее, оказывается равно 4. Явно какая-то чушь. А там, по-моему, для x больше единицы эта формула. Почему? Тут мы как раз сталкиваемся с запросом законности, что иногда действие незаконно, можно получить правильный ответ. А иногда получается какая-то ерунда. Поэтому это вопрос об основании.